Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Меня зовут Юлиана, и в этом видео мы с вами поговорим о 4 мая 2021 года. Поговорим, что это за день и что нас всех ожидает в этот прекрасный и великолепный день. Хотим вам сразу предупредить, что день сам по себе достаточно интересный, в какой-то степени он неблагоприятный, и в этот день достаточно много будет всевозможных уловок. Но каждый из нас может сегодня практиковать практики, делать с очищением, прощать сегодня, каяться. Старайтесь сегодня не поддаваться гневу, мести, потому что это, к сожалению, обернется только против вас. Помните, наверное, кто с мечом пришел, тот и от меча и погибнет. Поэтому в этот день окружение может быть агрессивным по отношению к вам. И если у вас есть такая возможность, то лучше останьтесь дома. В любом случае, не сомневайтесь сегодня в себе и в правильности своих действий. Обратите внимание и на защиту своего дома. Если у вас есть такая возможность, зажгите ароматические палочки. Как вариант, можете сбрызнуть святой водой свой дом или очистить дом каким-либо другим для вас удобным способом. Обращаю ваше внимание, что убывающая луна благоприятна для всех дел, которые находятся в стадии сохранения и завершения. Также обращаем ваше внимание, что сейчас не нужно начинать какие-либо дела, и постарайтесь в это время не думать ни о чем плохом. И обращаем ваше внимание, что сегодня, 4 мая, правит воздушная энергия знака зодиака Водолея. Поэтому это время новых идей и новых планов. Каждого из нас будет привлекать все самое загадочное, волнующее и что-либо особенное, которое будет проявляться по отношению к искусству. Также обращаем ваше внимание, что вокруг нас в этот день будет происходить много чего интересного, и по-разному достаточно интересно будут развиваться события. Поэтому сегодня возьмите ручку, бумагу и попытайтесь спланировать рабочие свои моменты. Если у вас появляется много идей, то вы их запишите для того, чтобы со временем их реализовать. А также постарайтесь в этот день построить планы на будущее. Пожалуйста, сохраняйте эмоциональную дистанцию, потому что если вы будете нервничать, вы будете переживать, то это будет и отображаться на тех людей, которые находятся с вами. Как мы уже говорили, Луна находится в знаке зодиака Водолей, а значит, Водолей действует на икры, лодыжки и вены. Возможно быть воспаление вен, поэтому если у вас есть склонность к варикозному расширению вен, то избегайте, пожалуйста, длительных каких-то прогулок по городу. Также старайтесь в течение дня поднимать ноги и наносить мазь от варикозного расширения вен. Также, если у вас ножки устали, вам подойдет душ с холодной и теплой водой и, конечно же, массаж. В эти дни также нельзя проводить операции на варикозном расширении вен. И, пожалуйста, выполняйте упражнения на растяжку для того, чтобы поддерживать кровообращение. Также обращаем ваше внимание, что с убывающей луной раны заживают хорошо и быстро, не оставляя шрамов, ну а тело наше быстрее регенерируется. При убывающей луне можно, как и обычно, есть все то, что вы считаете нужным. Чувство голода не нужно оставлять. И мы рекомендуем в этот день есть цветную капусту, брокколи, артишоки и укроп. Также достаточно хорошо приправляйте свои блюда, особенно это касается чеснока. Также пейте чистую воду в этот день в больших количествах, чем другие напитки, а также травяные чаи из цветов растений. Также обращаем ваше внимание, что идет убывающая луна, поэтому сейчас подходящее время для начала очищения и детоксикации. Во время убывающей луны эта фаза способствует выведению из организма шлаков и похудению, а также очищается кровь.
Если вы планируете очиститься, то пейте очищающие чаи и каждый день делайте массаж всего тела. И, друзья, так как сегодня действительно достаточно интересный день, вы в этот день можете говорить определенные слова, которые усилят вашу энергетику и именно в этот день вам помогут. И, друзья, прямо сейчас запишите эти слова и повторяйте как можно чаще. Все мои дела обречены на успех и процветание. Я с благодарностью принимаю это.